Мощнейший ураган обрушился на юго-восток США. Главный удар пришелся на штат Джорджия. Повсюду лежат поваленные деревья. В одном из населенных пунктов почти половину зданий буквально стерло с лица земли. Эту ночь сотням людей пришлось привести под открытым небом. Повреждены десятки километров линии электропередачи. Без света остались тысячи домов. В результате разгула стихии погиб один человек. По данным синоптиков, буря обрушилась на Джорджию перед приходом торнадо. Сезон начинается только в марте, однако на юге США уже периодически возникают воздушные вихри.